Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня решил взлететь на кейсфейл. У меня на балике 202 доллара. Давайте со старта поставим 12 бачей на черное, потому что из последних 4 раз было только одно черное, и сейчас оно должно упасть еще раз. Отлично! Мы со старта видоса поднимаем плюс 12 бачей к балансу, а самое главное это как раз начать видос в плюсе, ибо как ролик начнешь, так и закончен. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промкод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скин, криптой, как им нравится. А депнули скинчиком 1000 рублей, у себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводите его нужно вот сюда. Так, ладно, мы полетели в колесо, давайте сейчас по моей любимой стратегии поставим 10 долларов на 3x и 10 долларов на 4x. Но это уже традиция после дабла идти в колесо и играть по такой стратегии. Надеюсь, она сегодня не будет меня подводить. Вот такую вот ставочку делаем и надеемся прямо в начале поймать 4x. Давай, родной, выдавай мне, пожалуйста, прямо сейчас 4x, ну или 3. Ну можно и 4, отлично. Так, 234 доллара на балансе. Ну все то же самое, повторяем. Вот 250 бачей по этой стратегии пробьем. Уже можно будет идти в другой режим. Давай, родной, выдавай мне сейчас. Еще раз, нет, 4x не упадет. Сука, ладно, удвоим. Чтобы если упадет 3x, то мы просто выйдем в 0. Если упадет 4x, то мы выйдем в плюс на 20 бачей, то очень надеемся на 4x. Давай, родной, ну пожалуйста, ну просто вот сейчас выдай 4x. У нас на балике будет почти уже 250 бачей, и я пойду, но нет. Он выдает, к сожалению, 2x. Давайте в минер по моей стратегии попробуем до конца пройти. 3 доллара, 3 бомбы. Ну и, пожалуйста, можешь меня не сливать. Так, и вот сюда. Так, 40 бачей. Ну, неплохо, ладно. Минер меня не подводит. Мы, кстати, камбэкаем наш первоначальный баланс. Даже выходим в плюс заново. Так, теперь дефьюз и по моей стратегии. Вот так вот разочек. Выиграли. И еще разочек. Отлично, 226 бачей на балансе. Так, сейчас давайте попробуем в колесе. Поставим 20 бачей на 3x и 20 бачей на 4x. Но рано или поздно мы же должны выиграть по этой стратегии. Ну и, конечно, лучше рано, чем поздно. Но я очень на это надеюсь. Давай, родной, в идеале просто красивенько мне сейчас выдавать 4x. И тогда у нас все будет максимально солидно. Отлично, так, 246 бачей на балансе. Так, я даже не знаю, можно сейчас залететь опять в минер попробовать? Как будто бы может он еще раз мне выдать. Ну вот здесь хреново было, еще раз пробуем. Так, дошли, 30 бачей, отлично. Минер меня сегодня прям не подводит. Не, в последнее время минер стал вообще хорошо выдавать. Так, попробуем дефьюз, давайте сейчас 13 бачей вот так вот разочек выиграть. Отлично, и еще разочек. Отлично! На балансе 295 долларов, давайте 5 баксов ставим на черное. И 300 бачей мы сейчас красиво пробиваем. Но даже если не выиграем, я удвоюсь, я думаю, мы там в итоге сможем выйти в плюс. Но нам падает черный, отлично, на балансе 300 бачей. Ну и как будто бы можно сегодня попробовать даже 400 бачей пробить. Давайте сейчас опять в колесо. Хочу рискнуть поставить по 30 бачей на 3x и 30 бачей на 4x. Если сейчас мы ничего из этого не поймаем, то камбэчим 300 бачей и заканчиваем видос. Ну сука, ну какой 2x-то? Ну объясни мне, ну так хорошо все шло. 60 бачей, ставим в дабли, что тут падает? Падает черная. Я думаю, стрик из черного должен продолжаться, потому что красного в последнее время было очень много. То 60 бачей ставим на черное. Если выигрываем, то нахрен заканчиваем ролик. Пора уже подуспокоиться. Давай, давай, пожалуйста, выдай мне черное. Но нет, он выдает красное. Хреново у нас дела. На самом деле прям супер хреново. Дефьюз, 20 бачей. Вот так вот. Понял, еще раз. Выиграли, еще раз 20. Еще раз, сука, 235 долларов на балансе. Отлично. И 35 на черное. Давай, можно 300 бачей вернуть? Но сегодня дефьюз прям выдает, спасибо ему. И можно дабл тоже меня не подведет. Черное нам падает, отлично. На балансе 270 долларов. И давайте сейчас, не, минер рисково. Давайте, можно краш попробовать, давно не катал. Хотя тут такой кэф. Не, после 1x упадет дерьмо, это 100%. Давайте опять тогда дабл. Поставим 30 бачей, я думаю, на черное должен опять начаться стрик. Если выигрываем, то на балике 300 бачей. И мы уже заканчиваем видос нахрен. Потому что я уже задолбался рисковать. Давай, родной, просто спокойненько. Выдаешь мне, естественно, красное. Хорошо, удваиваем, 60 бачей ставим на черное. Если выигрываем, то на балике 300 бачей. Родной, пожалуйста, выдай мне черное. Но ты, сука, опять 180 бачей на балансе. Короче, или все, или ничего. 180 бачей ставим на черное. Если выигрываем, то на балике 360 бачей. Если просираем, то я самый конченый дебил на этом сайте. Родной, я тебя прошу, пожалуйста, дай черное, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Он нам выдает черное. На балансе 361 доллар и все. И вот на этой ноте мы нахрен заканчиваем видос. У меня одной ставкой сейчас стояло почти 20 тысяч рублей в дабле.
Все, мне кажется, пора заканчивать уже. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят опять на CaseFail, главное, все-таки не так рисково, как я, вы можете при пополнении ввести промкод NIKKIROLL и получить плюс 10% депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, у себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. И также не забывайте, что я в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводить его нужно вот сюда. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Мы сегодня подняли плюс 161 доллар к балансу, и как будто бы за это по-любому можно и лайк, и подписку, и комментарий поставить. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.